Та самая сестра великого сказочника и скомороха. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были... Изольдовна! Тристановна! Да хоть Запоровна! Это же сказка, а не пособие по Камасутре. Вдумайся, дур старый! Я хорошо, я подумаю. Давай. Ну вот попробую так. Давай. Долго ли, коротко ли? Опять ты! Долго ли, коротко ли? А яйцо Кощея было в утке. А утка это... Все. Сама начинать и кончать буду. Итак, детские сказки про репку. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Ну, позвал дед бабку, бабка жучка, жучка, внучка, внучку, кошку. Почесал дед репу, а вытянуть не могут. Ну что ж делать, мышка бежала, хвостиком яичко задела. Дедушка! Оживился. Да, и вытянули репу. Шапочки. Давай. Нормальная? Да. Жила была красная шапочка. Послала как-то ее мать к ее матери. Ну, по матери. И пошла девочка. Вот другая. Давай. Сказки о зверушках. Ловись, рыбка большая и махонькая, приговаривал серый волк. А мороз-то был крепкой, ну и примерз у него хвост-то. А до лета тут далеко. И как он теперь какать-то будет? Маша и медведи. Маша и медведи. Кто хлебал из моей тарелки и выхлебал все? Закричал басом Михаил Лопатахович. Кто сидел на моем стуле и опрокинул его? Сказала чуть потоньше Анастасия Петровна. Кто спал в моей кроватке и сломал ее? Запищал Мишутка, а Машенька подумала, быстро ударяясь в сторону леса. Хорошо, что этот малой еще в горшок не посмотрел. Скоро сказка сказывается. Ой, да курген действует. Русские народные сказки. Давай. Было у отца три сына. У сыновей было по три матери. У каждой по три мужа от одного отца. Ну и кто дурак? Не стреляй в меня, Иван-Царевич, сказала утка. Я тебе еще пригожусь. Ну и че, вот. Типун тебе на язык. Пробурчал так Иванушка. И мягко спустил курок. Стрелять зайчика. Только хвостик на память, а другие. А вот такая сказка. Давай. И пошел Иванушка за стрелой. И пришел к болоту. Что ж ты наделал? Робин Гуд хренов. Проквакала умирающая царевна. Чистую полю. И вдруг, откуда ни возьмись,
Соловей разбойник, сам с гору, глава с пригорочек, но с крючков глаза торчком. Ну все, подумал, Муромец-то, все. Пора завязывать растворитель нюхать. Выстрелил старший сын, и стрела долетела до соседнего двора. Выстрелил средний, и полетела стрела на купеческое подворье. А вот младшенький метился в царские хоромы. Уж больно ему царевна нравилась. Натянул тетиву потуже, выстрелил и попал. Царскую дочь хоронили следующим днем. Совсем распоясался этот Муромец, подумал Змей Горыныч, увидав медленно сползающие штаны богатыря. Сказка ложь, да в ней намок. Намекнул, да дали срок.